В Чувашии завершился зимний охотничий сезон, но охотники не спешат зачехлять ружья, они соревнуются в биатлоне. Представители 7 районов республики Новочебоксарской Козловки собрались на базе отдыха Сапаскар Урмарского района и провели свою олимпиаду. С места события рассказывает Ольга Алексеева. Олимпиада в Сочи завершилась, но спортивный дух не покинул россиян. Например, сегодня охотники Чувашии провели соревнования по биатлону. Николай Иванов – охотник со стажем 40 лет. Его основные трофеи – лоси, кабаны, лисы. Правда, сегодня его ружье будет стрелять не по диким животным, а по мишеням. Ведь именно он стал инициатором и организатором охотничьего биатлона. Ну, важно это, конечно, привлечение молодежи к порядку, спорту. Но хочется, чтобы это как огнестрельное оружие. Можно как, при хорошем уходе, можно из этого, можно сказать, даже любопытство, так охотничье, даже праздники устраивать, как вот это охотничий биатлон. На старт вышли 5 команд, представляющих Яльчевский, Янтиковский, Урмарский районы, город Козловку и село Шаркистры. Кроме этого, в биатлоне соревновались охотники и за личное первенство. Они же здесь стоящие, скажем, не биатлонисты, не, скажем, не профессионалы. То, что каждый, он где-то рабочий, где-то инженер, где-то что-то. И вот в силу своих заинтересованностей он здесь участвует. Для района это у нас получается уже в общем плане, что действительно наш Урмарский район, как спортивный район, он звучит. Это вот это и поддерживается традиция. Борьба вышла жаркой. Самое сложное – стрелять после пробега, отметили охотники. Кто-то не справился с трассой и при падении потерял драгоценное время. Кого-то подвели лыжи и не выдержали нервы. В итоге лучший результат оказался у команды из Козловки. На втором месте – урмарцы, на третьем – охотники из Янтикова. Стартовали и пришли на финиш, в принципе, практически все вместе. Вот. То есть разрыва не было, и у всех результат хороший. Поэтому, я думаю, это общее достижение, и то, что первое место заняли, это благодаря всем. На достигнутом чувашские биатлонисты останавливаться не собираются. Их цель – привлечь к этому виду спорта охотников со всех районов Чувашии. Ольга Алексеева, Николай Яковлев, Республика.